Привет, ребят, доброе утречко, доброго дня, доброго вечера. Приветствуем на канале Logan Play. Продолжаем прохождение DLC Ave Control. Так, я быстро переместился сюда, в это место, чтобы вот прямо сходить. Я, правда, не знаю, открылось там место или нет, но сейчас узнаем. Так, а как тут у нас? Ага. Так. Вон туда. Точно. И как тут? Интересно. Хватайся. Не успела. Так, ладушки. Джесси. Так. Вот это самое длинное место. Высокое, хотел сказать. Так, вот сюда. Теперь. Так. Так. О, я туда не допрыгну. А что за место там, а? Как туда попасть? Вон там какие-то вопросики. Угу. Ну ладно. Может быть. Так, куда я на лифте поеду, ребят? Вот, я поехал наверх. Все правильно. Да-да. Трепач. Так. Что, здесь не было, что ли? Тут что-то темно все. Так. Я заблудился. Тут закрыто, ребят. Да, тут закрыто. Печально. Типа я не могу туда попасть, да? Но, видимо, по всей видимости, что-то там потом как-то туда мы попадем, но не сейчас. Так, разворот. Разворот. И вот сюда теперь мы идем. Фрау Маура. Аве. Да, именно туда. Так, ладно. Сейчас нас что-то ждет. Интересное. Очень интересное, ребята. Ну что, поперли-боберли. Что нас ждет здесь? Очередной лифт. Это уже неинтересно. Ладно. Ой, отойдем. Вот продолжают нам свою эту сектантскую херню нести про измененные предметы. Так, ребята, я, кстати, хочу изменить оружие. Так, давайте посмотрим, могу ли я прокачать какое-то оружие. Давненько это я не глядел. Так. Так. Нет. А вот выброс могу. Да. Окей. Отлично. Все, видите, я так и знал, что можно. Так, ну что-то новое, что-то. А, ну так это я знаю. И
И. Опа. Так. Что сделать-то им тут? Так. Особо знаете, ничего интересного-то и нету. Что можно пить? Скорость перезарядки. Давай, скорость перезарядки пусть будет. Так, и выброс я хочу поменять на хватку. Не, давайте вращение. С вращением не ходила еще. А, да, это УЗИ. Так, о. О. Как это тут зашел, а они тут стоят. Даже не вкурили, что я здесь. Ой-ой-ой. Что такое-то? Блин, они дверь закрыли, что ли? Так, расчистим. А то мне не особо понравилось там, как они действовали, эти ребята. О, еще хороший выстрел. Под огнем. Да, под огнем ему не очень нравится. А теперь ты будешь мой. И давай стреляй. Ты зачем моего стреляешь? Он мой. Что, взял что-то? Ага, отлично. Ладно. Так, материал тени. Теперь мы знаем, что это для улучшения нового нашего пистолета. Ой. Ой-ой-ой. Угу. Ну, с этим на посте мы справимся. Так, ничего страшного. Ой, ой, мужик, извини, но это не я. Ты сам себя ликвидировал. О, так. Так. Ай, что я сделал? Как так-то вышло-то? Хорошо, что я смог поймать ее назад. Косякнул. Косякнул. Это нам фартануло. О, да будет свет. Так. Угу. Отлично, взяли. Сейчас возьму фонарик. На всякий ПЖ. Раный. Так, туда его пока закинем. Тут что есть? О, полицейская какая-то картинка есть. Так. Ладно, пойдем со светом. О, это мы куда прискакали? Это мы где? Смотровая площадка. Ладно. Ой. Спит. Ну, уже не спит. Так, работай. Отработался. От работы кони дохнут. Капец, злой какой. Бежит. Ой,
Ну, ты сам виноват в этом. Ешь. Ой, не бить кулаки. Фермер. Отступать и не сдаваться. А я спрятался. А я спрятался. Смотри, и он спрятался. О, деревяшка его неплохо накрыла, ребят. Ага. Окей. Где-то я здесь кинул мой свет. Так. Ой. Где мой свет-то? Фи. Где мой фонарик-то? По-моему, вот он. Да. Ага. Так. Отлично. Взяли еще какое-то дело. Так, сейчас мы эту всю тьму рассеем. Чтоб ее больше тут не было. Ну-ка, пошла отсюда вон. Симсалабим. Ага. А, вот мой фонарик-то. Его не было видно. Так, мне где-то надо найти аккумулятор. А, все понятно, вот он. Ну, как-то, ребята, знаете. Так себе. Загадочка. Все, свет включили. И что-то запустили мы. Так, открылась дверка. Угу, отлично. Да, нам походу сюда. Так, а я как-то в другую сторону мог пойти. Ну ладно, раз иду сюда уже. Эй. Бяка. Фи. Прям на бяку прыгнул. Так, так, где мой фонарь-то? Куда я его закинул? Так, 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 потерялся я. Вот тут фонарик был точно. Пойдем со мной, мой дружище. Нужна твоя помощь. В исцелении. А что такое? Вы видели, это что такое было? Мой фонарик сдох. Так. Не пойму. Это что такое было? Может мне его туда просто бросить? Давайте мы его туда бросим. Иди туда. Так, это вообще другой фонарик. Да мне вообще туда его здесь не надо было брать. Или надо было. Очень странно. Так, а там как? Как туда попасть? Ой. Я куда-то пришел. Я куда-то пришел. Так, а тут... Так, опа, вот я вижу сохранилку. Захват территории. Ладушки. Отлично. Так, я здесь вижу, что здесь опять какие-то электрические закрутки. О, камера. Так, 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 так. Так все-таки мне фонарик-то надо с собой брать, что ли? А
почему он исчезает-то? Какой-то косяк, ребятки. Причем конкретный косячок. Ладно, попытка номер три. Бою не сдается наш гордый моряк. Смотрите, что. Она вообще никак не работает, фонарик-то. Блин, а может быть мне... Ну, смотрите, и здесь не убивает. Мне надо... Где-то, видимо, мне нужно освещение включить. Вот здесь вот я видел штуку. Так, что-то я открыл, ребята. Что-то я открыл. Бам-бам-бам-бам-бам. И что же я открыл? А, никакого результата, что ли? Очень странно. Так, ладно, сюда. Куда шнур-то ведет? А, вот кнопки. Ёлки-палки, кнопки. Катаемся. Не, ну мне надо однозначно получить вот эту какого штуку, которую я не могу получить из-за того, что мой фонарик не действует. Капец, какая-то странная тема. И тут фонарика-то нет никакого. Смотрите, обратите внимание. Так, блин, что за бред-то на? It's bread. Ну? Мисс. А, он сломался. Смотрите, видите, он сломался. Ух ты. А чё, он перед напряжением сломался, что ли? Какая-то фигулька. Так, ладно. Я прям в затруднении. Может, его остановить где-то надо тут на какой-то платформе? Так мне все равно нужно этот взять. Как его зовут? Вот этот. Ай. Ай. На тебе, кушай. Так. Вот тут какой-то свет, но это не тот свет. Так, вот он поехал. Может, мне надо вытащить успеть? Чтоб он посередке там был. О. Может, вот так вот надо? И толку. А, ребята, я вижу. Вот он, фонарь. И этот фонарь должен светить на вон ту мглу. Господи, я понял. Все, теперь доперло. Мне надо остановить, когда он подъедет к той мгле. Поехал. Так. Забираем. Есть.
Доперло. Фу. Так, теперь мне надо вон эту мгу как-то еще рассеять. Давайте это возьмем. И сюда поставим, что... А, дверь откроется. Все понятно. Так, давайте туда поедем. Эй. Ай, блин! Ай, блин! И чё, теперь я не смогу, что ли, ящик этот открыть? Да чё ж я поторопился-то, а? Я расстроен. И тут как-то не понимаю, как взять его. Чё тут-то, как его открыть? Так. Как сюда попасть? Где не открывает. Да. Косикнул я. Ну ладно, что теперь делать? Придется идти дальше. Потихоньку, полегоньку, не торопимся. Кто их знает, что им тут на ум пришло. Ой. Благодарю. Бежать из темного коридора. Блин, куда бежать, куда бежать? Вот, желтая. Ломаем стенку. О, я ж правен, прав был. О, отлично. Так беги давай, дура. Да, здесь мистер Хартман. Мать его за ногу. Козел. Темно здесь. Ты давай не об этом думай. Как нам выбраться отсюда? Эй! Подлюга, а? Так, подлюга тут. Ой, я его вижу. Ой. Ой, козел, еще ржет надо мной. Хрен догонишь, урод. Так, а вот эту штуку куда вставить? А, наверное, вот сюда. Ну открывай, блин. Открывай дверь. Так, дверь открыли. Фу. Бежим. Блин, он ржет, меня бесит. Урод. На тебе, Света. Чтоб тебе тьма не казалась веселой. Так, ладно. Подфартило нам. Мистера Хартмана мы опять обожгли светом. Давайте посмотрим, что тут есть. То мы уже мимо одного ящичка проскакали. Так. Ну, тут что-то так как-то это кисловато. Ничего особого интересного я не вижу. Только мистер Ахти поставил свои эти, что пол моет. А, нет, есть. Хорошо. Давай. Угу. Сипки. Спасибо. Да, ну тут мы были. Наверное. У все. Пойдем дальше. Так. Нам повезло, что он нас сильно не зацепил. Букс. Головкой бумск.
Это мы куда? Ага. Вот сюда. Так, я понял, мы все обходим, мы все равно к нему опять придем. Блин. Задолбал он. Этот мистер Хартман. Так. Опять эта круглая штука. Сейчас опять будет мясорубка какая-нибудь. Ну, вон они уже ждут меня. Перчики. Не попало. Ну, бывает. Он спит, но сейчас мы его разбудим. Нет, лучше вот этого, да. Вот этот посильней. А чё он не двигается? Ну, вообще-то мне, в принципе, по барабану. Давай-ка возьмем его лучше в заложники на данной ситуации. Так, пусть у нас поработает. О, тем более он... Еще один бегает. Козлик. Ну, уже не бегает, конечно, но все равно. Так, 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 так. Тут что такое? Ага. Дознаватель. О, повернул. О. О. Здорово. Здорово, здорово. Так. Я повернул штуку. И появились вон ребятки. Летунятки. Ой, блин. Это не очень хорошо. Ай, там снайпер какой-то. Аллен пошел в баню. Там шарик, 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 ребята. Где-то шарик. Где-то шарик. Мне надо шарик мочкануть. Потому что у них... Вон он. Ай, блин. Что за невезуха-то, а? А что, что у меня здесь он есть, чем подзарядиться? Где-то долбанный шарик. Так, 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 вот еще есть одна. Фу. О, ого. Так. Шарик укатился куда-то. Ну, мы его достанем. Ой, снайпер, снайпер, снайпер. Валим, валим, ребятки. На гелике, валим на гелике. Фу. Убежали. Вот он. Да ты мой сладкий, ну куда ты пошел? Ну куда ты убегаешь от мамочки? Ну пожалуйста, не убегай. Так, 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 так. Где-то тут он, но там и снайпер где-то. Да. Даже как-то и не хочется туда пока идти. А, вот он. А может вот так вот? Ага, снайпер меня видит. Ну, пытается увидеть. Так, что-то патронами не очень эффективно в него стрелять, я как чувствую.
Надо в него что-то кинуть. На, вот так тебе. Ладно. Ой, ёб твою ж налево, опять я протупил. Блин. Как всегда, кинул то, что нельзя кидать было рядом с собой. Это мы умеем. Все. Ой, не попал. А я в тебя попаду. О, я же говорил, я в тебя попаду. Фу. Ну, это было нечестно. Нечестно. Их было больше. Меня меньше. Так, дайте ко мне жизники. Отлично. Так, и что мы повернули тут-то, кстати говоря? Так. А там, кстати, какая-то красная. Это говорит до сих пор, смотрите. Это что такое? Бамс. О, она мешала нам ехать. Вот зараза. Все, я понял. Там дверь, кстати, ребята, вот смотрите, закрыта этим. Ой. А нахер? Ох, это нам фартануло, господа. Томаси, мистер Томаси. Блять, еще и не один остался он тут. Еще второй Томаси. Теперь точно два. Угу, хорошо летает, мистер Томаси. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай. О, я этого могу починить. И это мне нравится. А что такое, почему не могу уже? Ой, блин! Так, хорошо. Блин, что такое? Ох, блядь. Это было жестко. Появился снайпер, и он меня мачканул. Так, надо какое-то оружие поменять. Может, вот эту вот штуку, которая у нас новая, это гравитационная, вот это вот. Пострелять ей. Попробовать. Так. О, давайте. Так. Нам куда, сюда? Нет, не надо. Сюда поднялись, наверное. Да-да-да. Вот он, да. Так. И чё? Пока никого не видно. Он сейчас появится. Это как пить дать. Стоит нажать на кнопочку. Угу. Ну вот, я же говорил, появится. И снайпер тут еще. Эти ептать.
Вот эти вообще штуки как-то несправедливо, что ли. Ох-ох-ох. Все, отлегло. Ага. Шарик, шарик, шарик. Ага. Убегает, гад. Ага, отлично задел, мне кажется, я его. Да, в принципе, есть эффект от этого оружия. Определенный. Так, где тут снайпер? Ага, вот он. Ой, и вот и снайпер. Ой, блин, улетела. Сама по себе сдохла. Ну и ладно. Нашим, блин, легче. Так, мне надо подкрепиться, а то сейчас, если мы поедем, то там будет капец. Фух, так. Ай. Да, вон там опять эта штука. Окей, Google. Полетели. Сейчас кто-то появится. Готов поспорить. Ну да. А мы дальше едем. Уху! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ого. А вон еще, ребятки. Фейерверк, ребята, фейерверк. Сейчас мы с вами пообщаемся. Угу, ты думал? Ты думал, у нас тут скучно будет? Есть, отстрелил. Так, так, так. Чуть-чуть осталось. А, вот этого надо валить. Вот этого надо валить. А то он меня заколебает сейчас. Да, этот тоже почти мертв. Недовольны. Кто-то будет доволен. Ты будешь моим. Эй, кто там стреляет в меня? Давай, помогай мне. Братан, давай. Фу. Есть. Кто там? Там снайпер? Девятый, он мощный. Так, выйдем из тени.
Чё? Да, еще кто-то живой. О, есть. Фу. Ну, было тяжеловато, честно признаюсь. Я даже не ожидал. Так. Все, этот тоже слег. Слег. Фух. Так, а это что за комната? О, это какие-то офисы. Подожди, так это, видимо, сюда и надо было. Потом вот эту крутилку крутили, чтобы туда попасть, что ли? В чем логика? Не особо понял. Ну ладно. Так, материя. Типа надо было, чтобы так встало, чтобы открылась дверь. Бред какой-то, если честно. Ну ладно, нашим чё. Так, возьмем. Главное, отстрелялись. Оружие все-таки это эффективно. Второй раз я его смог использовать. И оно себе показало. Так, ладно, пошли. Что здесь такое? Закрытая дверь. Да, электрическую штуку надо. Ой. А тут как бы хрена с два. А, теперь вижу. Понял. Вот сюда. Да будет свет. Фонарик. Да. Всего лишь для того, чтобы взять фонарик, мы сделали вот так. Хорошо. Ну и ладушки. Зашли. Зашли мы. О, здорово. Тренч. О, персик. О, смотри, что, Хартман их тоже убивает. Ты что тут делаешь? Looks like whatever force had a hold on Hartman isn't mixing well with the his corruption. Понятно. Did call him the third thing. Говорит, какая бы сила ни влияла на Хартмана, она не сочетается с Исами. Все возможно, Джесси. Все возможно. Темный Хартман. Хм. Так. Опа. Подзарядились мы. Так, давайте мы почитаем вот эту записульку, которую нам только что дали. Какой-то Хартман темный вид. Интересно даже прям. Так. Записки. Вот он. Исследование пара естественных сущностей. Доктор Эмиль Хартман. Темный. Доктор Хартман, первый темный особь второго типа, которую бюро будет изучать в живом виде, оказался ценным активом для нашего понимания явления А-010, известного как тень. Как и все темные особи, данная особь постоянно покрыта или вырабатывается с помощью тьмы, наверное. Существо, затрудняющее визуальное наблюдение, это тьма также защищает особь от повреждений. Тесты с нелетальным стрелковым оружием показали, что особь не восприимчива к его воздействию. Особь использует слова и фразы, которые, скорее всего, связаны с его прежней жизнью психотерапевта. Было установлено, что некоторые фразы являются цитатами из книги доктора Хартмана «Дилемма Творца». Это свидетельство о том, что до определенной степени Хартман сохраняет остатки личности носителя. А, особь, наверное, какая-то. Да, он же особь. В научных целях темный Хартман был перенаправлен в копию домика на озере Колдрон, построенного для расследования АМС, происшествие которое было в Аланы Вейки. Исследователи рассчитывают, что знакомая обстановка может стать толчком к новому поведению. Однако, пока эксперимент не принес результатов, полный отчет. Смотрите файл 5.22.19. Во как, какая коллизия. Так,
Автомат аркадный. А, шум. Ну, это мы знаем. Так. Что-то у нас тут еще какое-то мультимедиа появилось. Допрос Фра. А, мы слушали только что, нет, да? Так, и что-то тут у нас новые эти. Ну-ка. О, нифига их сколько много. Так. Так. Перезаряд оружия после захвата врага. Это что такое? Скоростное метание после убийства метанием. И куда оно? А, только сюда, да? Все. Ой. Ой, я это сделал. Нет, нет, не надо было. Так. Так, и какая-то штука у меня была вот эта, да? Восстановление здоровья, да. Так, а тут, ну-ка, мы можем что-то улучшить? Так, эффект перезарядки. Не, пусть перезарядка будет лучше, да, в принципе, это лучше. Так, ну что, ребята, в принципе, мы вот сегодня половину оббежали вот этого вот помещения, даже не знаю, как оно называется. И нам осталось чуть-чуть, и мы доберемся до мистера Хартмана, и с ним будем по новой сражаться, я так предполагаю. Но еще есть точки неисследованные. Вот, а я, кстати, знаете, самое интересное, я забыл, а где у нас... Где у нас с вами, знаете, что? Так, в оперативный центр мы прилетели, чтобы вспомнить, где тут Ахти этот... ой. Что такое? А. Ахти же оставлял тут свои эти... Дотники. Сейчас вспомним. Ты чё? А чё такое? А, вот, давай, ты чё? Работать не хочешь? Давай, работай. Так, погоди, это наш будет, наш, не стреляй мне. Какого чёрта? Эй. Ребята, вы что спите? Меня атакуют. Меня атакуют. Ой, ё-моё, жар птица. Я не люблю жар птицу. А, и она наводится сама автоматом. Ай-яй-яй-яй. Ай. Ай-ай-ай-ай-ай. Как матрицы опять сломали этих, как их... Там птица? Мужик, там кто? Я не знаю, кто это, жар птица так стреляет. Ой, японский бог. Японский бог. Отпала. А, ребята, это та жар птица, помните, по-моему, которая была в основании. Такая, типа, босс. Помните, да? Был такой какой-то момент там вот. Мне кажется, это вот... А, вот он, Ахти, да, 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 да. Все, я правильно пришел. Ну что, ребят, тогда мы, наверное, в следующих частях поиграем в Ахти. Да, будет круто. Ну а пока всем покеда, спасибо, что смотрите. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, пожалуйста, пожалуйста, наш канал. И увидимся. Пока.